Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, и это новое видео на канале Нидован. Я хочу поблагодарить тех, кто ставит лайки и подписывается на канал. Ребят, прямое включение. Это, конечно, крэш, у меня первый раз такая херня происходит. Мне осталось ехать чуть-чуть до заправки, буквально там 12 километров. Не знаю, хватит мне топлива, не хватит, но у меня вот так, видите, уже моргает. Три полоски. Уже бензина типа того нет вообще. На баке я проехал 890 километров. Надеюсь, я доеду. Но сейчас уже приедет за мной чувак и будет спасать меня. Что будет, если мотор заглохнет? Никогда вообще не довожу до такого, но пришлось сегодня. Потихонечку разгоняем. Главное, сильно резких поворотов не делать, чтобы там бензин не переливался и насос не хапнул воздуха. Но пока машина не дергается, пока идем в стабильном ритме. Мне осталось чуть-чуть доехать. Если вы знаете, что будет, когда закончится бензин, напишите, пожалуйста. Ребят, ну что, я доехал, заправился, мне вышел почти полный бак, вот отъехал 1,5 километра. Не до конца залил, ну хватит типа того на 603 километра. Посмотрим, насколько хватит. Не доводите до такого. Неприятное ощущение. Ну что, друзья, помните, я красил свои ручки и все никелированные детали кузова? Пришло время их проверить. Как же они держатся. Я сейчас вам покажу некоторые моменты одного ролика. В этом ролике я вам показывал, как я покрасил и что, где отваливается краска и не отваливается краска. Это для того, чтобы вы имели полное представление, что стало после покраски с моими никелированными деталями. Смотрите. Ручки здесь вообще в ужасном состоянии, они очень плохо у меня получились. Видите, еще даже краска осталась, мне еще ее нужно дотереть. Вот вторая ручка тоже плачевно получилась. Когда открываю дверь, дальше она слезает, вот видите, она слезает. Что мы сейчас будем с вами проводить? Мы сейчас поедем с вами на мойку и проведем такой эксперимент. Выдержит ли краска, которой я покрасил свои никелированные детали, от давления керхера или от щеток? Сейчас посмотрим, на какую мойку мы поедем и где можно будет там поснимать, как реально моя краска будет улетать. Мне это очень хочется увидеть. Если не улетит, то отвечаю, буду рекомендовать эту краску, что я ее потом еще раз куплю и покрашу себе опять же эти ручки. Ребят, заехал на смотру, решил посмотреть, что здесь, как здесь изменилось, давно не был. С того момента, как я был холостой. Сейчас прокатимся, посмотрим. В принципе, пока что народу нету, будний день. Ничего не изменилось, также стоят эти тачки. Все одни и те же люди, наверное. Также кофе продают. А так МГУ на чей прикольно смотрится. Сейчас подъедем поближе, посмотрим, что там. Это одна из самых топовых локаций, где снимают обзоры и на тачки, и на все остальное. Там такой зверь едет. Мощно, мощно. Это мажорка. Только здесь все и гоняют. Ребят, короче, на мойке я попросил, чтобы мне ручки и все никелированные детали, которые я покрасил, прям под давлением прошлись. Соответственно, смотрите, что получилось. Как это было, так она и осталась. И вот это вот так и осталось. В принципе, ничего не изменилось. Также здесь все по кругу, здесь также все отлично, все это выдержало, все. Также здесь все это выдержало.
все замечательно просто. По этой же стороне все отлично. И спереди. Я все нижние никелированные детали красил в 7 слоев. А ручки я покрасил в 2 слоя. И вот что получилось. Видите? Ужасные, да, ручки? Ужасные. Все нахер поотлетало, как здесь, так и на тех ручках. Вот еще даже краска осталась. И можно тупо содрать. Опа. Вот видите, вот она и краска. Так что я это все переделаю. Мне это не нравится. Здесь также. Они мне хорошо пофигачили, так что вот стало здесь прям вот отлетает никель старый, который не нужно. Вот видите, это очень неприятно, я даже один раз порезался. Так что будем все это переделывать все вместе. Вроде смотрится хорошо, ну там посмотрим. Я доделаю, конечно, все эти ручки. Полюбас это дело. Мне это вообще не нравится. Тут ветер и холодно, я поехал. Все равно МГУ очень круто смотрится. Так, вблизи. Да, я помню, здесь движухи были. Сейчас одна, две, три машины проедут и все. А раньше здесь была прям такая движуха. Прям огонь, что за движуха. Каждые выходные прям мощно было. Я постараюсь приехать на выходных и показать вам еще какие-то тут движения существуют. А пока что ничего здесь особенного нет. Так что я еду домой. Ну и по стариночке, ребят, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарий, не забываем про колокольчик. А я приехал домой. Все, всем пока.